Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Именитый дизайнер Валентин Юдашкин упорно боролся с раком много лет. Увы, тяжелая болезнь не прошла бесследно. Рак стал настоящим приговором для кутюрье мирового масштаба. Валентин Юдашкин на своем примере показал, как деньги, слава и влияние ничтожны по сравнению с происками надвигающейся смерти. Лечение артиста проходит и на физическом, и на эмоциональном уровне. Жена Марина всячески поддерживает модельера и нередко выводит в люди. В личном блоге супруга дизайнера делится кадрами со своим благоверным. Так, 21 мая на глазах у россиян появилось последнее фото онкобольного мужчины. Избранница нарядила его для похода на день рождения и продемонстрировала модный образ на камеру. Благодаря этой публикации на праздник дизайнера проводили практически всей страны. На торжестве Валентин Юдашкин выглядел с иголочки. Стильные кожаные туфли с заостренным носом и темные полупрозрачные очки сделали образ несколько экстравагантным. Супруга дизайнера тоже отличилась внешним видом. Она надела классическое черное платье с блестящей застежкой на ремне и элегантные туфли-лодочки. Пользователи сети пришли в восторг от вида Валентина Юдашкина и его возлюбленной. «Самая красивая пара России, реально крутые и богатеи, очень милые», – написали комментаторы. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.